Здравствуйте, это «Модная линия». Глупо в очередной раз рассуждать на тему какой-нибудь моды, потому что мода приходящая, а на самом деле ценится только естественность, только простота и только гармония. Программа «Модная линия» всегда рада вам представить людей, которые занимаются таким непростым и сложным делом, как мода. Не стоит из одежды делать культ. Исключение – историческая одежда. Это движение, которое зародилось в конце 80-х годов, движение людей, которые занимаются военной историей. Воссозданием униформы. Воссозданием старых униформ российской армии, зарубежных армий. То есть это возможность своими руками прикоснуться к истории нашей страны. Вещи покупаются, приобретаются за свой счет. Реконструкция четко складывается вместе с коллекционированием. То есть занимаясь этим видом деятельности, человек приобретает вещи порой раритетные, которые входят в дальнейшем в его реконструкцию. То есть некоторые экземпляры представлены сейчас на нас. Сейчас у нас форма образца 1943 года, которую носили бойцы и командиры Советской армии в 1945 году при взятии Берлина. А вот войск? Пехота. Пехоту отличали малиновые канты на погонах и бордовые просветы у командиров. Необычная вечеринка состоялась 9 мая в одном из модных заведений Ростова. У входа овчарки, противотанковые ежи и люди в военной форме. Внутреннее пространство, заполненное обычно западной музыкой, взрывал вой сирен и голос под левитана. К сожалению, не так много осталось ветеранов, а люди, рожденные после войны, они никогда в жизни не видели настоящих мундиров, вот, всех этих знаков отличия. Для них это как бы далеко. Поэтому мы хотели как бы воссоздать то время, то есть период, чтобы люди на мгновение очутились то легендарное послевоенное время, когда по городам улиц ходили люди в мундирах, собаки, там, сирены, голос левитана. Все вот это как можно четче и красочнее представить. То есть это не перешивалось, это не бутафория. Люди реально собирают по крупицам каждую пуговицу. Не знаю, как дальше. Конечно, хотелось бы сделать все, но будут ли возможности для этого? Дорогое кафе дорогим гостям предлагало фронтовые 100 грамм из алюминиевой кружки и ложку перловки из такой же миски. Шура! В музей сейчас не ходит. А вот, чтобы кого-то вытащить в музей исторических, тем более как бы военные, практически невозможно. Давайте как бы музей перетащим сюда, чтобы всех вдоволь полюбовались этим прекрасным действом, вот этим перформансом, который происходит сегодня здесь. Вот и все. Сейчас у нашего народа проснулся большой интерес к истории именно Второй мировой войны, как одной из самых неизвестных войн. Много белых пятен, которые еще изучать и изучать. Мама! 15 мая известной модели Елизавете Шмаковой исполнилось 19. День рождения девушка отмечала в Ростове в кругу семьи и тренера по баскетболу. После перерыва длиною в год Лиза возобновила работу в Москве, но уже в новом агентстве Point. Агентству полгода, его открыл экс-менеджер президента Максим Задубровский. Лизе на отсутствие внимания жаловаться грешно. Интереснейшие фотосессии, ее необычно меняющееся лицо на новогодней обложке NRG, на обложке апрельского журнала «Априори» – это новое издание, построенное по типу «Вога», и на обложке апрельского же номера «Крестьянки». А 3 сентября предстоит работа в Милане. Это только то, что Лиза смогла вспомнить сходу, ведь «Модная линия» позвонила Лизе в разгар дня рождения. Поздравляем! Запланившая все и вся мода на Гарри Поттера, напомню, что это целая индустрия от игрушек до одежды и даже очков, получила свое фэ на национальной выставке-ярмарке «Книги России». Роман «Гарри Поттер и тайная комната» стал худшим сразу в двух номинациях.
худший перевод, переводчик Марина Литвинова, и худшая редактура, издательство «Росман Пресс». Источник информации – газета «Коммерсант». Снова твоей связи.